И мы продолжаем снимать. Да, всем привет. Так, я камеру уже зарядил. Так, ну вот он вчера помылся, так сказать. Угу, уже помылся. Так, ну вот он помылся, вот так он нормально выглядит. Да. Так. Так. Ну что, куда идем? Как-то... Не знаю. Так, у меня тут спички, кофе есть. Блин, надо кофе попить точно. Кофеёк, конечно же. Так, ребята, да. Если мы меняемся в скинах, ну, точнее, он и я, да. То это у нас такая проблема, извините. 3D-скинс, блин. Да. Так, продолжаем. Кофеёк я попил, что у нас в печке. Так, я покушаю кофе. О, три этих сытных душка. Сейчас я... Погнали. Я, наверное, буду вот здесь жить. Ты не против? Где, где? Вот здесь. Там, где вот это, там, где я мылся. Да, хорошо, сосед мы будем. Нужно будет двери поставить потом. Стой, да. Я сейчас кое-что проверю. Где? Один, так сказать, лайфхак. А, лайфхак. Ну да, я слышал тоже лайфхаки и вообще все такое. Блин, у нас денег-то нет совсем. Ладно, зато паспорт есть. Блин, лайфхак не работает. Походу, с топором надо его. Mm-hmm. Я тоже видела в этом лайфхаке. Где... Так, дверь у меня так открылась с хрустом. Так. Так, извините, ребята. Сейчас, да, что там у нас? Где? Что я направлялся? Mm-hmm. Погнали на работу, точно. Ага, давай. Давай, пешочку пройдемся, может, подрастет быстрее. Давай. Еще пешочком. Можно не пешочком. Ну, ты же бежишь. Ну, ты же бежишь. Заодно подрастет там все. Да, если вот машину потом купить хочу. Ага. Так, давай потом тебе, мне конечно. Паспорт купим. Да, хорошо, чтобы ты тоже по 1500 зарабатывал. Ну, конечно, здесь не все выросло. А что там не доросло? Давай, давай где-то потом. Давай, ну... Нет, я... Может, давай потом. Пока что нам деньги все равно не надо. Ну, не сказать, у меня ничего совсем нету. У меня 20 гривен есть. У меня есть только... Так, у меня есть-то... Так, а что это такое? У меня есть две пластинки. Можно продать, слушай. Да, но мало ли что на них. Ну ладно, а ты где там, в каком-то здании? Шахта какая-то. А, это шахта, это работаешь. Тут шахтеры работают, забыл. Ой, точно, ты ж не знаешь. Ой, извини. Давай, открывай. А что, не открывается? О, открыл. А, вот, видишь? А. Ну, шалка какой-то. Блин, чё не открывается? А что? Давай. Вот открылась. Что ты тут? Ого. Да, вот такая шахта. Нет, тут сотрём. Здесь кровь. Где? А! Что-то стрём. Да шахтёры, блин. Походу, поцарапались, честно говоря. Нормально. Я чуть поработаю шахтером, ты не против? Так, а паспорт, а все остальное... Ну, ладно. Можешь со мной поработать? Я пока пойду проверю... Где здесь шахта вообще начинается? Да вон там, выйди, и там все будет. Так, ну что, я продолжаю. Попаемся. Да где там Назар? Пойду снова проверю. Шахты. Кушать хочу. Ладно. Да! Или нет? Да, все выросло, надо звать Назара. Так, удобно, чтобы ничего не работать. Так, вот так. О, железо. Где там? Офигеть. Прикольно. Проходим, проходим. Мое первое железо. Где он там? Где мое стекло? Из факелов работаешь, что ли? Факел взять. Вот. Шо, так, копаемся здесь. Так, копаемся, копаемся. О, привет, да. О, привет. Там, короче, уже выросло все, все нормально. Мне жалко, что здесь лопаты не положили. Да? Может, потом положу, да? Погнали работать. Сейчас, я же тебе целых 500 гривен дам. Ого. Так и на паспорт накопишь скоро. Ого. Ну, может, я тебе 1000 дам, а себе 500. О, спасибо. Не знаю, посмотрю, как там, кому деньги будут нужнее. Погнали, я уже на ферме. Так. Здесь ничего не написано, наверное, потом напишут. Ладно. Так, я пока начну собирать. Ладно, я потом приду, все сдам, окей? Хорошо. Так. А, блин, я не туда. Я туда. Так, надо паспорт где-то убрать, а то мы уходим.
как говорится, каждому работать по половине. И тут всего рядков. Ну, я сделаю 3. Он делает 3. Ну да, короче, мне еще 2 рядка. И я Привет. Ты уже здесь работаешь? Да, да, вот. Целокала, ребят. Так, картошечку собираем. Вот я вот сейчас свою дособираю. И денежки пойду возьму. Морковка. И все собрал. Все, я все собрал. А я вот дособираю сейчас тоже. Сейчас надо будет посадить. Так, свекла. Так, картошка это не то. Вот это надо положить. Так. А, нет, нет, это надо тоже. Так, а где... семена пшеницы надо взять. Так, свек... А, где? Так, один, а, вот. Так, свеклу садим. Вот, теперь это так. Пшеницу. Я, конечно, не понимаю, как оно все так быстро растет. Ну, еще главное деньги. Да. Пока что сейчас. Наверное, какие-то супер удобрения. Да-да, все-таки такая зарплата, если есть. У тебя зарплата, наверное, маленькая. Для нас, ну, вообще... для нас огромная. О, смотри, тут уже начинает вырастать. Прям на моих глазах тут... выросло. Да у меня то же самое. Походу тут настолько все хорошо растет, что... Ну, этот, как его... Земля очень... Короче, ну, очень, я понял. Очень много удобрений в этом земле, в этой земле. Так, ну, вот я уже все сложил. Долго еще? Нет, я уже вот доделал, досадил свое. Да, да. Все, я пошел брать деньги. 500 гривен, да. А я беру 1000, а потом, может, тебе дам 500. Так. Так. Мне... 500 надо взять. 1000. Отлично. Так, и я уже на 1000. За 1000 можно купить и паспорт, а за 2000 можно купить гараж. Блин. Ты нам не дашь случайно 500 гривен? 500? Сейчас, подожди тогда. 500, блин, дать ему или нет? Ну, давайте уже дам. Чё? Все-таки у него пусть будет паспорт, тоже по 1500 будет получать. Мне лучше. Так, 1000 я возвращаю. И беру еще 500. Что, там идешь? Да, сейчас, секунду. Иду, погнали. Погнали. Ну ладно, все-таки тебе паспорт тоже нужен, поэтому держи 500. Ну, спасибо. Да. Так, а где-то паспорты здесь выдают? Паспорты у рынка. Ну, в принципе, да, там, да. Обмен валют. Так, 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 кафешка. Это вот сюда, за мной, вот иду, это. Иду. Ой, блин, лагает, ребят. Вот это здание. Вот здесь паспортный стол, да, вижу. Так. Блин, надо покушать срочно. Итак, отлично, вот, вкусный тошек. Гривен. Паспорт. Так, ну у меня 500 гривен, блин, что же делать? Все, ребят, теперь у меня есть паспорт. Может купить еды, но еда у меня спасибо. Есть. Спасибо, слышишь меня? Да, я у рынка слышал тебя. Биты, а за сколько железная? Пожалуйста, скажите. Железная бита 600. Блин, не хватает 100. Так, где там 600? Урожай-то еще не вырос, а мы ровно 500. Ладно, может... Опа! Так, хотя... Ну, короче, давайте вы у меня возьмете еще одну деревянную биту. В принципе, неплохая. Вижу, у вас есть, но я думаю, от почти бесплатной вы не откажетесь. Ну, даже не знаю, надо подумать. Вы подумайте, потому что... Сколько? Так, вот ё-мо. Ну, я положу сразу. И давайте, я не знаю, мне не хватает 100 на биту. Давайте я вам 500 дам и вот же и биту. Так, вот. Давайте вы мне дадите. И вот свою биту, окей? Я уже взял, пожалуйста. Можно, пожалуйста.
Копаемся, копаемся. Ладно, все. Ес! Ес! Ура, у нас железная бита, ребят. Капец, так, вот это, так это я, получается, потратил примерно 800. Ну ладно, там бита, в принципе, такая деревянная. Где же мой друг, блин, может, в шахте? Могло, конечно, такое быть, а шо по мусоркам? Вообще железа нету, как так? Где мусорки? Буду работать, блин, на двух работах. Думал, буду работать на двух работах. Что тут что-то есть? Буду 3 бутылки. Вау. 15 гривен. Отлично. Ну, надо тоже неплохо. Тоже неплохо. Это темно. Мусорка. Может, я буду хорошо работать, и мне дадут алмазную кирку? О, я как раз шахту прохожу. Надо. Может, посмотреть, тут друг есть. Так, копаемся, копаемся. Что тут, где шалтер? Нету вроде ничего. Так, что ладно. Да, что ли? Ребят, извините. Так, ладно, продолжаем, продолжаем. Факт. Идем в шахту. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так, о, привет! О, да, привет. Привет, я железную биту купил. Ого, прикольно. Вот, смотри. Ого. Да. Еще 3 бутылки нашел по пути. Понятно. А ты тут долго будешь? Не знаю, вот сейчас. Ну, еще чуть-чуть. Блин, ну, окей, тогда я буду дома. Угу. Так, только задам обмен в обмен бутылок. Может, это кафешку с другом сходить? Это все. Блин, как отсюда выбраться? Фух. Ну и ступеньки, как тут люди ходят. Так. Даже не знаю, что бы вам сказать. Так, погнали. Ну, хорошо, что я себе паспорт купил. Буду больше зарабатывать уже. Ну, хотя, ну ладно там. О, это уголь. У меня есть. Все у меня есть. Наконец-то что-то. Хотелось бы издать. Даже уголь, вот это. Хорошо. Так, а, блин, а где мусорка? А. Да, вот, вот, вот. Ничего, обидно. Идем дальше. Ого, здесь много угля. Мне повезло с такой большой же залежей. Те же обмен на бутылки. Блин, здоровье зашел, ну ладно. Ого, надеюсь, блин, то что-то будет. Пожалуйста. Блин. Мне, походу, повезло очень прям. Я, наверное, много денег заработаю. Блин, а где же обмен? А, он в противоположной стороне. Да. Вот, блин, бежать. Озер какой-то. Вот, вот. Ой, так нормально. Скамеечки, блин, что там происходит? Дальше. Так. От гаража. Надо будет со следующей зарплатой купить гараж. Еще сейчас ничего не видно. Еще где-то денег бы достать. Ведро может продать. Там, в принципе, оно за 300 в магазине. Так что выручил бы немаленькие деньги. И пластинку можно где-то за 100. Вторую за 200. В итоге у меня 500 гривен, и я смогу купить гараж. Правда, еще бы машину хотелось. Ну, блин, мне кажется, машина это слишком много стоит она. О, там пещера какая-то. Ладно. Так, так. Ложим бутылочку. Так. И 15 гривен берем. А как взять 15, когда тут есть только... Ну, возьму 25 гривен. В принципе, не так уж и... О, факел один. Не так уж и много. Так, что тут? Что тут есть? Бутылка, не бутылка. Так, о, деньги. Сколько там? 15 гривен, да, надо. Так, сейчас надо отделить. 16, 15. Отлично. Это с меня 15 гривен, что ли? Пипец, я бомж. Так, 15 гривен, серьезно? Ладно, ладно, проживем. У нас еще 19 долларов. 18. Надо еще с другом будет поделиться, это еще меньше будет. Блин, надо будет квартиру купить. И гараж, и машина, слишком много дел. Да. Ну ладно, ладно. Паспортный стол, рынок. Ну, мне надо домой, я же обещала быть дома. Жду Назара, надеюсь, он придет.
Так, вот тут секретный входик, тут даже гараж. Тут даже гараж и... Ой, тьфу ты, балкон есть. Так. И заходим в дом. Надо будет еще окна купить. И хотя, а тут двери. Ну, давай эти двери, в принципе, особо не нужны. Так, вот я уже пришел. О, тем более будет видно то, что... Так, будет. То, что... Кто-то тут же... Ну, хотя штука. Стекло, это так, у нас выдает, так сказать, 10. Меня. О, отлично. Я так считать не умею. Так, это его кровать, это что, душ, что ли, ребят? Странный какой-то душ. Ну, ладно. Что тут, может его немного перестроить? Ну, ладно, все-таки назарное дело. Ё-моё, у него тут крыша дырявая, серьезно? Тут, блин, дырка в этаже. Мне кажется, ему надо переехать. Вот давайте тогда дверь в другое место поставлю. Пусть он живет напротив меня, напротив моей квартиры. Ну, вот неплохое местечко. Правда, снова дырка в стене, но уже в стене, а не в потолке. И темновато. Ну, у меня там вроде факел есть. Я с шахты его взял, что ли. Вот сюда поставлю и нормально. Перетащу кровать сейчас. Ну, нормально. Так. И надо налить ведро воды. И перенести от душек, так сказать. Так, помогаем другу. Так, ну все это я Так, уже считаю, я думаю, здесь... Ну, короче, за это все, что я вам положил, давайте с вас 2000. Так. Окей? Это слишком много. Тебе так не кажется? Мне так вообще не кажется. Ладно, все, я понял, да. Так, переносим. Конечно, все, пока. Переносим. Ну, вот бы все. Так и сразу. Блин, где вот? Так, где у нас здесь? Вот 2000. Ой, 7 взял. Так, ну и... Так, хоть 7 дали. Да не, слишком много. Я хоть тебе чуть и пригрозил, но все равно. Так, все, давай, я скоро, может, опять приду. А, блин, так, тут так не работает. Вот сюда положу. Ну, давайте вот так вот. Ух ты, блин. Так, все, ребят. Вот я уже закончил. Обе аж начался. Точнее, надо другу позвонить. Так, вот так. Так, набираем номерок. И так, две земли звоним. Еще осталось. Так, надо куда-то спрятаться. Так. О, друг звонит. Звоним. Алло. Алло, да, привет. Привет. Можешь прийти к магазину одежды? Будем мне одежду выбирать. О, одежду? Во, откуда у тебя деньги там уже? Да я заработал, ты же понимал. Магазин одежды. Блин, дождь начался. Ага. Окей, я тут тебе перенес немного квартиру в более другую. Там просто у тебя не было крыши почти. Но я сейчас уже у шахты. Так, а я вообще где? Так, ну ладно, давай. Давай, пока. Так, ведро вот. Есть. Так, так, понял. Кафе, подожди. А, это не то. Так, мы уже подбегаем к магазину одежды. Блин, я вообще не туда пошел. Капец. Так, ну я уже прибежал. Где друг? Думаю, давайте я зайду, погреюсь. Снова здравствуйте. Я уже у вас покупал одежду. Так, ну и сюда. Я у вас тут две земли оставлю. Я думаю, вы не против полный, да, у вас да, деньги. Сюда, дальше. Мы... О, у вас стекла нету. Ну, да. Ладно, ветерок, конечно, задувает. Ой, да. Опять нету. Извините, там никого нету. Все, буду ждать. Так, валют. Где там мой друг? Интересно, о, вон он. Вон я его вижу в кафешках, так, походу зашел. Блин, так. Ладно, потом куплю. Где же мой друг? Мой друг, я тут высматриваю, прям вблизи стекла смотрю, где он там, блин, может быть. Так. Блин, где же мой друг? Вот, АБ его вроде нету. У рынка тоже. Блин, где же мой друг-то? Паспортный стол. Блин, я ошибся. Блин, надо будет... Конечно, я попросил карту.
Ну, блин. Блин, я вообще не в ту сторону бегу. Так, под GPS навигатор. Так, этого нету. Да пипец. Капец, что мне делать? Надо будет потом освоиться в этом городе, вот как-то, не нет. Знаю. Хотя он вообще... Квартиры так, там... поворачиваем. Квартирах вот его нет. Блин, а где же он может так долго быть? О, вот он! Ну, блин, же... наконец-то, господи. Так. Так. О, вот и друг. Привет! Да, что? Что там дорого? Ну, тут 600, 2000... За 700 буду брать. Где, покажи. Вот, вот этот. А, да, я расскажу. Окей, ты пока бери. Я думал выбрать между вот за 2000, за 1000 был вот этот зеленый. Да я думал за 700 может взять. И тут был за 500, что ли, белый, не помню. Не помню. Знаешь, уже. Знаешь, как я сделаю? Как? Вот так вот. И... сейчас... здравствуйте, вот эта одежда стоит 700, и я у вас возьму еще вот эту стойку. И можно, пожалуйста, мне за это за 800 гривен? Ну, ладно, хорошо. Так, так. Стойку что ли берет? Зачем мне столько? Так, ну, хотя ложу. Нормально. Тысячу. Я в одежде, в принципе, сплю, потому что мне так теплее. Две. Так, все, спасибо, до свидания. Я, наверное, до свидания. Снял. Так, все, так. Пошли, пошли. Погнали в кафешку? Да, знаешь, у самого 15 гривен, и... да, я оплачу. О, круто. Я тебе должен. Так. В кафешке, я думаю, потеплее, поэтому я тут немного разденусь. Угу. Так, я шапку сниму. Опа. Ой, так. Блин, нет. Так вот. Блин, где? Забыл вот отдать. Ну ладно, костер засунем. Так. Так, что будешь, выбирай. А что тут у них есть? Воу, стейк, хлебушек, дошик. Чем, ну, я давно не ел дошик с картофелем. Вот этот вот. Вот этот? Да. Окей, бери. Опа. Спасибо. Прям смотри. Я, наверное, возьму хлебушка и стейка. Хотя, подожди, я пока еще, здесь наверное... еще хлебушек. Я, да, да, я там увидел, поэтому я еще повыбирал. Вот шампанское даже есть. Не, я так делать не буду, потому что... шампанское. Здесь взять. Хм. Ой. Так, дошек. Ну, да, наверное, я дошек возьму. Так. И водичку одну. Я возьму дошек и одну водичку. Окей. Водичка, ребят, извините. Или шампанское. Так, это не водичка. Да я тоже понял. И так, человек, вы зачем нас разводите? Вы понимаете, с кем вы имеете дело? Так что давайте, не разводите, иначе получите. Ой, ладно, ладно, все, больше не буду. Уберите мяч. Он там вообще спрятался за дверью. Минуту, точнее. Все. Он там вообще за дверью спрятался. Да я вот с этим разговаривал. Мне шампанское уже лучше той водички, которую вы пытались мне продать. Так, ну, типа, садись как-то. Да, если хочешь попить, вот бери, а тут... шампанское? Это ну, я... просто лучше той водички, которую он нам... Так, слышь ты, я беру все за бесплатно, потому что вот это нас обман, короче, все. О. У меня железное есть. Ладно, это... дам тебе... Ты сейчас спрятался. Да иди сюда, не бойся. На, о, вот тебе сотку. Хорошо, что тут литр, 500 миллилитров. А то все выпить. И тебе сотку. Ну, в принципе, оно еще тут полежит у меня, потому что... Так, а я вот... ну, на праздники надо будет еще, да? Так, да, о, вот. Ролл там с картошкой. Вкуснота. Стейк. Вкусно. Вкусно, капец. Ну ладно, пошли тогда. Сейчас, подожди, у меня, в принципе, у меня есть. Камера уже разряжается. Можешь, пожалуйста, купить мне еще хлебушка, два хлебушка? Окей. А я тебе... да, можешь брать, они все равно нам должны теперь будут. А я тебе немного дам ролтона. Ролтона. Сытного. Дошка, погнали. Все, давайте, до свидания. До свидания. Больше такого не было. Так, а вот тебе даю за хлеб. Вот. Ботиночки сейчас. Четыре. Думаю, вот чтоб ты покушал. Спасибо. Да?
У меня два. Все, тогда давай пошли. Да, пошли. Домой, домой. Ой, блин, на улице ж холодно, надо одеться. Не знаю, я вообще закаленный. Ну, да, но я вот с недавних пор с одеждой, поэтому лучше понятно. Уж потеплее. У нас же там печка. Ага. Надо разжечь будет. Слушай, работа шахтером очень так-то хороша. Ну, да, ты сколько там, ты где зам... идешь? А я у АТБ. А я уже вот у нас. А сколько заработал-то ты шахтером? Я 2000. Ё-моё. Ага. Гараж можно за такие деньги купить, конечно. О, это чьё? Это моё? Сейчас, подожди, я там поднимусь, я не вижу. А, где, блин, я? Вот. Я же сделал здесь, по-моему. Да, вот. Да, я переместил твою квартиру. Вот. Огромное. Поудобнее тебе там будет. Ага. Так, вот здесь кроватка. Так, надо вот... Еще факел поставить. Ну все, тогда я пойду. Я же вон. Я напротив буду жить. Ой, блин. Окей. Все, тогда. Я тебе дверь там поставил, так что. О, я. Ладно. Так, а у тебя случайно нету кирки? Кирки. Ну, сейчас посмотрю. Ну, есть друга. О, давай, я сейчас верну. Быстро. Хорошо, положь в сундук. Окей. Все, давай, я тут сам положу уже, короче, придешь. Угу. То уже спать ложиться будешь. Да, да. У меня вроде кола. А, блин, нет. Ну, шампанское. Так, ребят, сейчас я сбегаю. О, я буду ложиться уже спать, ребята. Так что давайте. Блин, всем удачи, всем пока-пока. Так.